Всем привет! И сегодня бы я хотела показать зал для моих кукол. Давайте же начнем. Здесь они будут часто снимать свои видео. Итак, вот это вот служит как у них для, как бы шкафчик служит у них как шкафчик. Он такой горошек, и вот здесь такой бантик белый. Здесь какая-то надпись. Вот, вот здесь вот стоят вот такие вот ботинки. Вот. Также вот такие туфельки. Я их использую обычно как тапочки для дома. Вот здесь у них подушечки, и под этими подушечками у них лежат там платья. Вот, но пока что только два. Следующая часть – это для съемки видео. Вот здесь такие висюльки. Сейчас я сделаю так, чтобы вам было хорошо видно. Более-менее видно, но еще не очень. Вот здесь они так висят. Вот, очень даже прикольно смотрится. А вот здесь вот такая пуговка, она сделана из кожи настоящей. И вот это служит как свечи, ну, подсвечники на ночь, и, ну, чтобы горела комната и не была такой темной. А вот это вот диванчик, здесь они могут хранить свои журнальчики. Блин, упали. Ладно, пока положу их вот сюда вот. И вот такая подушечка. Ну, потом я зал по-другому сделаю, ведь я хочу сделать вот из этих вот двух коробочек, вот из этой и вот из этой кроватки. Вот. Следующая часть, это у меня как бы просто стенка. Здесь лежит наверху вот такая черная расческа от Monster High. И вот такая сумочка. Сейчас покажу, что в ней лежит. Так. Лежат вот такие вот ключики. Очень прикольные. Вот, от всяких замков, может быть, у кого-то были. Если были, напишите в комментариях, у кого были такие вот блокнотики, вот с маленькими замочками и вот с такими вот ключиками. И также лежит от каблучка Рошель, сломанный каблучок, короче, от Рошель. Вот, очень жалко то, что он сломался, но я его решила вот сюда положить. И вот так вот закрывается она. Вот, это был весь мой зал. Ну, всем пока-пока! Заходите почаще на мой канал, я буду стараться снимать побольше видео, чтобы вы могли смотреть их. Пока что у меня два видео, вот сейчас еще одно загружу, и будет два видео. Всем пока-пока!